Воронежский государственный архитектурно-строительный университет – это отличное образование и престижный вуз. «Газпром» – это одна из крупнейших компаний России и стабильная работа. А что будет, если их соединить? Получится научно-практический форум «Территория карьеры» с главной целью – оказать содействие занятости студентов и трудоустроить выпускников. Пришел на данное мероприятие, чтобы задать вопросы по поводу трудоустройства, узнать, насколько моя специальность востребована, какие дальнейшие возможности могут предоставить мне работодатели, ну и наладить контакт с дальнейшим, так сказать, работодателем. Сам форум проводился на территории Воронежского ГАСУ в конференц-зале. И студентов пришло столько, что буквально пришлось пробиваться в зал для съемки этого события. Наверное, узнать о работе в перспективной успешной компании желает практически каждый студент и выпускник. Мне хочется посмотреть, что хочет работодатель от меня, ну, то, что требуется от меня в последующей работе. Хочется работать, деньги иметь уже? Вообще, да, уже хочется, и я планирую работать, начать с третьего курса, хотя бы со второго семестра, потому что без опыта работы, конечно, никого не берут, и потом уже будет поздно, когда я уже выпущусь. Сегодня мы говорим о том, что производство должно двигаться не просто параллельно, а производство должно двигаться уже в учебном заведении. И тогда те компетенции, которые мы с вами получаем с тем, из нашего университета, те знания дадут нам возможность не только трудоустроиться, но и решать свои собственные проблемы, помогать своим близким в правильных решениях инженерных вопросов, применять те компетенции, которые вы осваиваете в высшем учебном заведении. Генеральный директор «Газпром Межрегионгаз Воронеж» и «Газпром Газораспределение Воронеж» Зубарев Константин Вячеславович провел краткий экскурс в историю воронежского отделения «Газпрома» и обрисовал нынешнее положение дел в этой отрасли по Воронежу и по России. Получилась такая мини-лекция о развитии газовой отрасли в разрезе определенных исторических периодов нашего государства. Сегодня наша встреча носит такой ознакомительный характер. Встреча знакомства. Для чего это делается? Я, как руководитель и вся команда руководителей Воронежского газового хозяйства, убеждена, что развитие и дальнейшее движение невозможно без ориентирования на молодежь, без подготовленных специалистов, которые имеют за собой багаж, большой багаж теоретической подготовки. Невозможно без молодежи, без коллектива, без сообщества людей, неравнодушных людей, которые хотят что-то сделать, что-то изменить к лучшему. В рамках газового хозяйства, в рамках взятого муниципального образования, в рамках субъекта и в рамках России в целом. Значит, на сегодняшний день «Газпром Межрегионгаз» входит 120 человек, имеет 26 обособленных структурных подразделений. Значит, у нас 32 муниципальных района, 26 обособленных подразделений, потому как те районы, которые небольшие и имеют небольшое количество абонентов, они объединены в обслуживании там, на одно структурное подразделение. Ни много ни мало 860 тысяч абонентов на обслуживание у региональной компании и у «Газпром Газораспределения Воронеж», соответственно. Еще немного времени пройдет, да, и будет почти миллион. Это огромная цифра. И сегодня Воронежская региональная компания и газораспределительная компания, они входят в компании первой категории. Вот, и не хотелось бы хвастаться, но буквально на прошлой неделе я вернулся с общероссийского совещания директоров газораспределительных организаций. Воронежское газовое хозяйство отмечено как одно из лучших. И мы из 65 газораспределительных организаций группы «Газпром» занимаем четвертое место.